Здорово, народ! И сегодня у нас просто редчайший танк в нашем рандоме, очень редкий гость, ВЗ-111 Килин. Уже довольно давно на одном из старых черных рынков в нашей игре за эту машинку выкладывали по 50 миллионов кредитов, а то и больше. Там, в общем, игроки делали ставки, и там просто сумасшедшие цифры выходили на ВЗ-111 Килин. Короче, все внимание на экран. Давайте смотреть, что же здесь вот этот агрегат показал, что он может в рандоме. И, собственно говоря, не пожалел ли наш герой то, что себе когда-то вот эту историю приобрел. Так, летим по флангу, сразу же попадаем в засвет. С нами тут Проджетто 65-й чухает. И с кем столкнемся, сейчас увидим. Боецкий, я скажу вам, мужики, непростой. Все 10-е уровни. Да, хотя бы без арты это уже радует. Ну а так он ПТ-шек до хрена. Бабаха там имеется, Яга Е100. Ну и первая же тычка прям очень сочно заходит по объекту 140. Объект обосрунькался конкретно на этой позиции. Выехал, мы ему дали с поджогом, и еще и получил он на 430, да? Нам засчитали ассист. Так, 140-й там продолжает получать. Ну и я что-то смотрю особо, кроме этого объекта, который уже почти на пути в ангар находится, да? Никого здесь нету, поэтому а чё б не поехать? Ну, тут на самом деле надо быть поаккуратней, потому что там в кустах бабахи всякие обычно любят посиживать. Поэтому тут выехать на 40.05 или Ягу Е100, о чем я говорил, вон она, пожалуйста, на блюдечке сидит. Коробка картонная. А ну-ка, давай-ка этот коробок разомнем. Тут наш герой еще зарядил фул голду. Смотри, тут при выстреле какой огонь из пушки, да? Видно вам? Сейчас отдалю, увидите, да? Опа! Сразу видели, да? Вот это особенность данного танка, помимо внешнего вида. Так, суперконь там, посмотри, насасывает, тоже стоит. Полетело! Так, 227 дамага, 1700 ассиста. Я вам скажу, уже почти 4К суммарочки у нашего героя. Очень радостные новости. Так, там только что-то суперконь подтянулся вместе с ФВ-215Б туда наверх, и нашего Проджетто 65 отпихали там в одно место известное, как пятая точка, да? В общем, отодрали товарища. Надо ехать спасать. Гриль 15 тут с нами летит. Ё-моё, что творится? Гриль, куда ты на своем картонном курятнике несешься? Расскажи, пожалуйста. Тебе ж там сейчас башню разукрасят, оно ж мало не покажется. Ну, не знаю. Наш герой, в принципе, фуловый, но, может, гриль тут и хорошо отыграет. Посмотрим. Не, ну, конечно, вот на фланге тяжей, на гриле 15-м, еще он не начал получать, но, походу, скоро начнет. Так, выкатываем. Тут у нас ФВ-215Б. Поджарим эту цыпочку. Так. 200 хп, погнали, наваливаем, выцеливаем шишку. Не попал в броню, ты смотри. Но, в принципе, в ответ тоже танкуем. И ускоряемся влетать на британца. Куда ты собрался, дружище, куда ты? О, гриль 15-й там, посмотри. Рашует, и ни хрена себе гриль наваливает. Пол хп снимает нахрен сразу 215-бэшечу. Но это, так сказать, сказка длилась недолго. Гриль тоже уже он наполучал полную жопу любви. И вот в итоге 202 хп у него осталось там. Так, ТВП тут тоже летит на своей картонной тарантайке. Ну погнали, супер коня надо доедать. Стоило, дружище, отправляешься так в НЛД. Броня не побрита, ты смотри, а. У нас же все на кумулях. Как такое может произойти? Так, ладно. Ой, там суперконь, в принципе, без нас неплохо насасывает. Ну и въезжаем, добираем 3 косаря дамага. Есть счет? Не очень, правда. Всю нижнюю половину карты наши слили. На центре тоже голяк у нас.
Ну и теперь непонятно, как при счете 7-8 по ХП тоже плюс-минус ровненько идут команды, все произойдет. Ну а перед финальной развязочкой я вам напомню, что спонсор этого видоса — парень из классного сайта WhatHub, где вы можете себе золото и премиум танки получать. Советую на WhatHub вот этот обалденный контейнер, в запасе из которого исключительно выпадает только голда. Я вот его сам открывал. Там может быть и 25 тысяч золота может выпасть, и 12 500, и 10. И вот мне выпадало 7 тысяч голды за 69 рубчиков, 7 косарей голды получить. В принципе, я считаю, очень даже неплохо. Так, а кто тут сидит в гнезде? Яички нагревает, а? Гриль 15-й, здоров. Ля-ля-ля, нормально. АФКшит товарищ, да? Вылетел, походу. Так, в общем, залетайте по ссылочке в описании на сайт WhatHub. Еще каждый из вас может получить гарантированный подарок-бонус при пополнении счета. Для этого перешли по ссылке в описании. Вверху сайта WhatHub нашли вот эту кнопочку «Промокод». Там будет главная поддержка и промокод. Вот на промокод нажимаете, и туда в окошко вот этот наш классный промокод вводите. По нему каждому дают бонус при пополнении. Ссылочка и промокод в описании. Также там вот неплохие контейнеры с танками есть. Там из 3СМЗ, может, выпадал мне и ЛВшник. Да что только не выпадало. Там вариантов много. В общем, ссылочка и промокод в описании на сайт WhatHub. А мы смотрим далее, потому что у нас ситуация сложнее и сложнее становится. Ты смотри, 2 в 5. Готовим задницу опять, да? Все очень сильно похоже на слив. Барсучок, посмотри, тут песочек равняет на центре карты. Полетело так-то. Последнего нашего союзника в этом бою добирают. И наш герой 1 в 3. Да какая компания тут собралась? Минотавр 260-й. Мистер Ебер 105. Очень-очень непросто будет против этой троицы. Так, там уже союзники в чате, он матюками пишут нехорошие вещи. Так, Ебрика задницей танканули. Из такой полувертушечки. До свидания. Все. Скорость превысил, товарищ, на штрафстояночку отправляется. Так, у нас тут мифология, да? Мистер Минотавр. И объект 260 у него в компании. Опа! 260, а ты в какую наливайку едешь? Расскажи, пожалуйста. Летит куда-то, бочиной к нам повернутый. Ну, пользуемся, даем тычку. Так, ну, пробивает уверенно. Тут благодаря тому, что наш герой сэкономил ХП, только это его и спасает. Так, ну что, пару поджопников для Минотавра у нас наготове. Че, ваншотнем? Навряд ли пройдет альфа, конечно. 535, две тычки придется давать. А Минотавр может нас расколдубасить. Ой, может. Тут надо крайне аккуратно. Пока не рискует наш герой выкатывать, наверное, и правильно делает. Но 6 фрагов уже есть. Медаль воина в кармане. Но вот будет ли победа? Зря ли наш герой отваливал такие бешеные суммы кредитов за этот танк? Сейчас узнаем. А вы, кстати, не забывайте лайчинский прожимать и на канал подписываться, мужики. Это важно. Поэтому лайк, подписка с каждого. От души буду благодарен. Подписываемся. Так. Ну а мы выкатываем на Минотавра. И каточек, посмотри, помогает. И пошли в бочину заходить. Пятихаточка. Хорошая альфа все равно. Но придется давать вторую тычку. Но Минотавр тут как слон в посудной лавке, уже ничего не может сделать. Неповоротливый. К итогам. Так, ну и тут у нас основной калибр воин-мастер, пожалуйста, 7209 дамага, 7 фрагов, вот такая красота. Вверху справа сейчас прошлый видос появляется, залетайте, смотрите, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале в описании, а под видео загляните, там наш промокодик классный. Пока, народ!